Доченька, здравствуй. Как ты там в своем? Я тут разбирала гардероб, нашла красивые вещи, все новенькие, с носу им нет. Ты же у меня модница. Посылочки вот они все. Носи с удовольствием, одевайся теплее, целую, бабушка. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Мне тут бабушка прислала вещи, вот целую коробку. Но они какие-то немодные, я не могу их носить так. Что мне делать? Ну, давайте посмотрим, может быть, что-то можно реанимировать. Надо мерить. Давайте начнем вот с этого сарафанчика. Очень миленький, что-то из него точно должно получиться. Можно добавить аксессуары какие-то, можно добавить дерево, тогда у нас получится стиль боха деревянный. Бижутерию деревянную, ну или кожу, тогда casual. Как здорово получилось! Вы знаете, этот сарафан моя бабушка еще в молодости носила, а теперь я его еще буду носить. Смотрите, какое я платьишко нашла. Мы из него сделаем романтическо-деловой стиль, добавив сюда юбочку. Юбочку к платью? Мы сейчас оденем юбочку, и вы все увидите сами. Даже то, что платьишко торчит немножко, добавляет некий шарм. Добавим сюда вот такой кулон и браслет на руку. А вот у нас еще модный в этом сезоне горошек. Давайте попробуем что-то сделать с ним. К коричневому горошку мы добавим вот такой коричневый пояс. Добавим бижутерию из желтых крупных бусин. К нему браслет из тех же бусинок, но помельче. Пояс. И, в принципе, можно гулять летним вечером. Мне кажется, если бы бабушка увидела меня в этом образе, она бы, наверное, даже всплакнула. Но мне очень нравится. А это предлагаю померить сразу на тебя. Прошу в примерочную. А ты-то куда пошел? Да куда я в таком могу пойти? Это же мешок какой-то на мне. Не переживай, сейчас все отремонтируем. Блузочку заправим в юбку и добавим ремень. И без украшений нам нельзя, мы девочки. Вот другой вид совсем. Здесь очень удачно расположена складка. Можно сделать из этой юбки шикарные брючки. Ну вот, совсем другое дело. Теперь я в этом могу даже на работу пойти. Скажите, а вот там есть платьице такое в клеточку. Мы можем что-нибудь с ним придумать интересное? Конечно, можем. Вот ваше платьишко. К нему можно добавить юбочку. И будет замечательный стиль кантри. В примерочную. Небольшой штрих. Завернем манжетики. Вуаля. Давайте дадим совет нашим телезрителям, если у них в арсенале тоже есть вещи из бабушкиного сундука. Ну, во-первых, достать все из сундука. Все примерить. Попробовать сочетать несочетаемое. Обычно это срабатывает. Достать всю бижутерию, поясочки, брошечки, колье, браслетики. Все, все примеряем, крутимся перед зеркалом, делаем из себя девочку, и все найдется. Бабушка, здравствуй, спасибо тебе, все вещи пригодились, высылаю фотографии. Посмотри, полюбуйся, целую.